В Сыктывкаре при Свято-Стефановском храме открыта летняя православная детская площадка. Всего было подано 186 заявлений. Из них смогли принять только 85 детей из многодетных малоимущих семей и тех, чьи отцы погибли на передовой. Для ребят открыта вся территория храма, работают воскресная школа и спортивная площадка. Организовано двухразовое питание в столовой, завтрак и обед. По словам организаторов, православная площадка отличается от школьной. Главная задача – познакомить детей, хотя бы на этот короткий срок, познакомить детей совершенно другим, может быть, для них незнакомым, удивительным миром, миром православной культуры. Мы не учим детей молитвам, мы их не воцерковляем, но очень многие дети, которые не крещенные, в том числе, которые посещают площадку, после прохождения той или иной смены, первая смена, вторая, а некоторые дети и на две смены остаются, они искренне появляется у них желание именно пройти таинство крещения. Первый шаг приближения ребенка или взрослого человека к Богу. Большое внимание уделяется и патриотическому воспитанию. Например, дети проводят флешмобы у Вечного огня. Кроме этого, участвуют в различных спортивных мероприятиях, а также создают социальные ролики на тему буллинга. По словам педагога, все это помогает заложить в ребенка правильное мировоззрение.